давай передвижение еще раз посмотрим. Но передвижение, если брать тебя и меня, да? Вот даже как. Понятно, что квадрат, ограниченное пространство, да? Было бы поле чистое, человек взял и петлю, все, до свидания, правильно, да? То есть здесь конкретно ты все-таки есть какая-то граница. Это логично? Как тебе, вот ты пытаешься подойти ко мне, то есть я там более высокий противник, все, вот ты пытаешься меня поджать ко мне, да, то есть сблизиться со мной. Ну вот, интересно. Только посмотри еще раз, давай еще раз попробуй. Давай. Только я теперь уже чуть побыстрее буду двигаться. Почти. Ну смотри, что я тебе еще раз проиграю. Давай попробуй, теперь ты двигаешься. То есть я тебя пытаюсь поджать, да? Давай. Вот даже с середины ринга начинаю. Ты пытаешься от меня уходить, я тебя пытаюсь обрезать углы, ты сказал, да? Поехали. Ты видел, что на третьем движении я тебя уже сократился? То есть я уже мог тебя ударить на третьем движении. Почему? Потому что задом два движения вы сбиваете, а третий... Нет. Смотри, что делал ты. Вот сейчас я сделал то, как делал ты. Уходи, пытайся уйти от меня назад, по сторонам, все. То есть ты должен дистанцию сохранить, все. Что произошло? У тебя появилось еще расстояние, чтобы уйти, да, время? Ты первые два, ты пытался мне обрезать угол, когда уже оказывался на средней дистанции. Близко подходил. Да, ты просто очень долго шел, именно начинал движение прямо в меня. Я начинаю движение, я предлагаю точнее. Я тебе начинаю обрезать сектор, еще находясь на дальней, сверх даже дальней дистанции. То есть я уже где-то сделал первое движение, оп, в тебя. Оп, ты уж пошел влево, правильно? Я в левую сторону, оп, вправо. И я уже сразу оказался тебе. То есть так называемая елочка, как сказать. Двигаюсь елочкой, что я делаю? То есть я не просто в тебя. Если я вот здесь, ты в любую сторону, я уже начинаю за тобой уже, как хвост. Если вы дальше, то вам легче. Правильно. Я начинаю издалека тебе, вот, я двигаюсь секторально. Не то, что стойку меняю как-то, а именно как елочка. Я тебе обрезаю заранее, уже начиная с середины ринга, направление. Я не тупо сближаюсь к тебе, пытаясь подойти его вот здесь. Ты у меня получаешься по ходу движения. Я тебе где-то ставлю движение твое и свое корректирую. И ты попадаешь на мой сектор, на мое движение, направление. То есть как это делается? Да, вот все, я собрался тебя, вот ты по сторонам, типа, вот ты влево-вправо пытаешься уйти. Вот я в тебя пытаюсь зайти. Раз, два, три, раз, два, три, все. Я на... Уже ты вел на третьем движении? Если это дальше продор, где-то середина, вот мы были с тобой на середине, мне уже достает. Ну вот где-то здесь ты пытаешься уйти, особенно вот по сторонам, влево-вправо, да? Оп. Видишь, я за тобой, я к тебе, все, ты пошел, я уже, мне тяжело. То же самое, я немножко пол... Не в боевой узкой стойке стой, я более фронтально. Да, полуфронтально, вот это слово, полуфронтально. И я тебе здесь сижу. Раз, два, три, оп-оп. Все. Ты уже у канатов, все. Ты уже у канатов. То есть именно вот это движение, запомни, попробуй. Посмотри. То есть посмотри, именно как елочка делает. Раз, два, три, оп, раз, два, три. Сектор, видишь, направление. Попробуй сейчас так меня. Пошел. Во-во-во-во. Вот, ну, быстрее, все, да. Вот, то есть ты сближаешься не вот так, ты сближаешься вот так ко мне, получается, да? На выход. Да, вот это как оно, не классическим, а как оно, шагом. Как он называется? Конек? Коньковый ход. Да, раз, два, три, оп, раз, два, три. Все, а к тому же это позволяет стойка, позволяет мне поднять руки. Я поднял, нет, я низкий соперник, я вот, ну, не буду с ним так, а я поднял руки, все, вот я к тебе сближаюсь, посмотри, вот я убегает меня. Все, вот моя, видишь, мне дают возможность, еще я пошире ноги поставил уже, центр тяжести ниже, оп, ручки сюда, все, я уже и работаю корпусом, оп, все, видишь? И губу. Да, и ногами тебя обрезал. Отлично, молодец, спасибо.